Меня Вадим пригласил в ресторан, и я пошла, сходила, постриглась. Вот. Мне кажется, я красивая. Пойду подкрашусь еще. Так пойду. Найду себе какое-нибудь платье. Колготочки, сапожки. Не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Вот это вот, Рыженька, мне мастер сказала, что вы не парьтесь. Я говорю, ну прям совсем отстой. Она сказала, вы не парьтесь, не обращайте внимания. Придет время, отрастет, сострижем это, и будет вообще класс. Она сказала, цвет волос у вас седых очень красивый. Вообще не переживайте, очень редко у кого бывает. И дочка мне, кстати, сказала, что у меня очень красивая седина. И, кстати, мастер мне тоже понравилось, что сказала, приходят вот женщины в возрасте, наращивают ресницы, вот эти вот татуировки делают. Ну, татуировку, конечно, я вот браслетик бы сделала какой-нибудь, но это уже не буду. Ну, как бы нужно действительно стареть достойно, поэтому я старею достойно и счастливо. Я собираюсь в ресторан. У меня вот есть такой шарфик, батик. Как-то его надо красиво повязать. Но я, мне кажется, потом придумаю, потому что я очень-очень опаздываю. Я делала колечки. Это Вадим мне дарил, когда предложение делал. Это обручальное. Оно не лезет на это. Маникюр я не сделала, просто чистенькие ноготочки. Но мне кажется, что все хорошо. Мне кажется, как вам кажется. Я все-таки смогла надеть кольцо на правую руку, и сейчас оно мне почему-то не мешает. Раньше оно мне всегда мешало. Я никогда не носила кольцо. Вадим носил, я не носила. А сейчас мне нравится носить кольцо. Как вам кажется, хорошо все? Я волнуюсь, я очень-очень. Я очень волнуюсь, по-простому, конечно. Очень скромно. Очень скромно. Я вас всех очень люблю, очень люблю. Спасибо вам за поддержку. Все будет хорошо. Все уже хорошо. Это уже сказка. Со мной происходит какая-то сказка. Шуцую. Надену. Можно было, конечно, пуховичок. Куда ее еще выгуливать? Надо, чтобы она подышала немножко. Так. И еще мне нужно как-то повязать шарф. Между прочим, этот шарф тоже Вадим мне дарил. Как-то он ездил. Палантин. Итальянский. Какой-то дорогой. Придорогой. Он ездил в Москву как-то и привез меня оттуда. Мне он очень нравится. Он такой шерстяной. Я опять, конечно, буду по-деревенски это все делать, но не знаю, как-нибудь, чтобы хотя бы до машины дойти. Ой, что-то у меня так темно. Вот как получше. До машины дойду, а потом сниму, потому что свет надо было включить. Вам ничего не видно. Так чуть-чуть завяжу, чтобы волосы не помять. Вот так чуть-чуть. Вот. Так, тихо. Вот, красавица. Чуть-чуть. Чтобы было мне не холодно. Так, теперь в общем виде покажу. Ну, а сумка у меня, кстати, бирюзовая тоже. Так что все будет хорошо с сумкой. Платье выглядывает из-под шубки. Но она у меня такая, типа, курточки. Поэтому перчатки у меня хорошие тоже есть. Они такие удлиненные. А это почти вот до конца. Вот так вот. Я красивая, правда же? Мне кажется, что я красивая, очень красивая. Я очень красивая, правда. Я поехала в ресторан. А ну, может быть, кафе какое-то. Я попросила, что я хочу какую-нибудь китайскую кухню. Ну, в какую-нибудь там, не знаю, рыба, рис. Не знаю, мне все равно. Мне все равно. Я поехала. Можно даже снять, здесь тепло уже. Так. Вот так вот у меня. Чуть-чуть примялась, конечно, но так осталось немножко. Пусть так будет. Вот этот шарфик, а я сказала, что тоже Вадим мне дарил. Сам выбирал. Мне он очень нравится, он по цвету мне очень подходит, видите.
Так. Ну все. Артистка, говорит. Она притворяется, говорит. Про меня говорят. Это знаете, кто говорит? Кто не понимает женского счастья. Кто думает, что все всегда врут, все всегда обманывают, кто не верит в искренние чувства, кто не верит, что если чувства, то можно все изменить. Ой, какое солнышко! Ой, какое солнышко! Чуть-чуть закрою. Как я не забыла коз завести. Давайте-ка я выключу. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put it in a machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. Красивая бутылочка. Нет, вот это вот томка. Томка с курицей. Вот какая большая, огромная тарелка. Нужно делать как? Положить сначала рис в ложечку, а потом... Это потому что хлеба нету, вот так нужно кушать. Вадим, рис и какие-то принесут еще в этом, в темпуре. Что-то там жареное в темпуре. Смуи, да. Смуи. Так, что еще? Безалкогольное пиво, потому что вина безалкогольного не оказалось, мы хотели безалкогольное вино. Ну и вот этот вот напиточек. Так пока кушаем. Десерт потом покажу. Подожди, кому? Фруктовый, расскажи. Фруктовый рис. Вот это у меня? У меня. А почему ты не в шоколаде заказал? Да я не знаю. А у тебя? Да. А я себе присвоила. Ну ладно, ты мне дашь, угостишь. У меня бананы в чем? Ну-ка скажи, в чем как называется? Бананы сзади где-то. Вот они. Бананы в темпуре. Вот. Или в темпуре. Угу. Ну ладно. Что тогда? У меня они. Они у меня колются. Кап-кап, на улице осень. Ты будешь дурак, если меня просишь. Хочешь, смотри вслед. Другим я не ревную, лучше меня нет. Ты не найдешь такую, как я тебя люблю. Другая не сможет, как я тебя ценю. Ты не найдешь.
найдешь дороже, и все сомнения бред, и поиски впустую. Лучше меня нет, ты не найдешь такую. Ведь я лучшее, что может сегодня с тобой случиться. Среди твоих нулей я жирная единица. И вообще плевать, на слякоть или не насти. Я бегу по лужам навстречу своему счастью. Лучшее, что может сегодня с тобой случиться. Среди твоих нулей я жирная единица. И вообще плевать, на слякоть или не насти. Я бегу по лужам навстречу своему счастью. Кап-кап, на улице люди, они чего-то ждут, они кого-то любят, а я спешу к тебе и их не замечаю. И мне так нравится знать то, что ты скучаешь. Как я тебя люблю, другая не сможет. Как я тебя ценю, ты не найдешь дороже. И все сомнения бред, и поиски впустую. Лучше меня нет, ты не найдешь такую. Ведь я лучшее, что может сегодня с тобой случиться. Среди твоих нулей я жирная единица. И вообще плевать, на слякоть или не насти. Я бегу по лужам навстречу своему счастью. Лучшее, что может сегодня с тобой случиться. Среди твоих нулей я жирная единица. И вообще плевать, на слякоть или не насти. Я бегу по лужам навстречу своему счастью. Что может сегодня с тобой случиться. Среди твоих нулей я жирная единица. И вообще плевать, на слякоть или не насти. Я бегу по лужам навстречу своему счастью. Лучшее, что может сегодня с тобой случиться. Среди твоих нулей я жирная единица. И вообще плевать, на слякоть или не насти. Я бегу по лужам навстречу своему счастью. Ты будешь дурак, если меня просишь. Хочешь, смотри вслед, другим я не ревную. Лучше меня нет, ты не найдешь такую. Как я тебя люблю, другая не сможет. Как я тебя ценю, ты не найдешь дороже. И все сомнения бред, и поиски впустую. Лучше меня нет, ты не найдешь такую. Ведь я лучшее, что